Сергей, можешь разгонять. Прошу внимания. Те, кто остался. Несколько вводных слов. Вот с этими замечательными людьми я уже на протяжении нескольких лет безобразничаю на клубных сценах. И я хотел бы попросить замечательную Дашу, которая как сердце вот тут у нас находится, у меня с левой стороны, чтобы она несколько слов сказала о музыкантах. Да, ну и у вас будет возможность, если вас это заинтересует, прийти на какое-нибудь из наших выступлений. Кстати, как звук? Хорошо? Слова все слышны? Да, хорошо. Ну скажите, что зашибись. Отлично. Хорошо. Скажем так, наша небольшая программка будет называться «Страх, ужас и смех у кентавра». Пусть так называется. Даша. Добрый вечер, друзья. Спасибо вам большое. Мы вообще, на самом деле, уже несколько, энное количество лет вместе с Сергеем Петровичем вот творим невообразимые странные вещи. Спасибо ему огромное за вообще за участие в нашей жизни, потому что это сливается в некую какую-то субстанцию, которую трудно очень объяснить, главное понять, и это рождается само. Рождается на тексте Сергея Петровича, рождается на какие-то чуждые тексты, вот тут Анна нам наши тексты тоже находит. И я думаю, что мы здесь уже не первый раз у Кентавра играем, и очень хочется, чтобы это переросло в некую добрую традицию, потому что среди вас безумно тепло, приятно. Вы та аудитория, ну, понятное дело, Сергея Петровича, с которой просто тепло и приятно взаимодействовать. Мы очень вам благодарны за то, что вы так тепло нас понимаете. И надеемся, что сегодня мы вас и развеселим, и разгневаем, и вообще вы испытаете целую палитру эмоций. Пожалуй, да, немного представлю нас. Антон Ефимов, Владимир Кислигов, Константин Мочелов, Таисия Кислигова, Дарья Соловьева. И Сергею Петровичу будет помогать прекрасная Анна Зайцева. Спасибо. Спасибо. Все понял, хорошо. Кстати, потом скажу. Хотел сказать, что вот с правой стороны от меня сидит выдающийся книговед страны. Я сказал бы даже мира. Я честно говорю, я был у нее на защите, а ее знаю с 14 лет. Немного ли мало? Немножко гротеска. Мы обычно бываем на концертах иногда неприличными, но сегодня постараемся быть предельно приличными. Сантехник. Сантехник. Тихо-тихо оторвал ему мизинец,
ты незаметно для других с испугом. Сложил кусочек пальца в табакерку, а дома про себя без упрёка. В субботу утром съем его на завтрак. На завтрак съем. В субботу. А что же он? Он даже не заметил потерю члена нужного в слесарном отделе. Как дырку рукомойника он будет затыкать. Как дырку рукомойника он будет затыкать. Как дырку рукомойника он будет затыкать. Когда молодая дева поутру к себе повлечет, сможет ли прочистить унитаз без правого мизинца на руке? Без правого мизинца на руке. Сантехник! Сантехник! Однако времена теперь другие, а стало быть, нам будет интересно узнать, что в чемодане прятал наш герой. Узнать, что в чемодане прятал наш герой. От взглядов посторонних заведущих. Давайте унесем коробку чемодана подальше от людских страстей. Глаза прислушай, уже не означай. Глаза прислушай, уже не означай. Откроем чемодан, о боже! Вернем масса разных замечательных вещиц. Вот крем для чистки глаз. Вот запасной мизинец. Должно быть, мне не удалось ему вред нанести. Вред нанести. Вред нанести. Вот старый весь изорванный платок, однако бережно постиранный в каком-то аромате. А это хорошо, однако упакован веревочным шпагатом. Сейчас, постойте, сейчас, постойте. Но нет уж не узнать нам ничего о содержимом. Но нет уж не узнать нам ничего о содержимом. Но нет уж не узнать нам ничего о содержимом. Готов в спине моей застрял неумолимо, неумолимо. Топор, топор в спине. Сантехник, сантехник, сантехник. На этом эта балладная история завершается. А сейчас, вот, сейчас. А с музыкой, да? Почетче. Ноты хорошо слышно, а на низких пропадает, сливается с этим. И до нас не доходит.
До вас не доходит, да? До них не доходит. Сейчас дойдет. Да, все, начинаем. Ну вы давайте знать, если не зашибись, слышно. Следующая вещь, такая вариация на тему различных снов пирата, называется «Запах трав». Гротеск, но уже не столь смешно. Слышу звон мечей во сне. Однозначно этот звон прав. Я слышу сердце стук, но кажется, нанюхался трав. Когда в наших краях наступает утро, когда над рекой встает заря, они опять плачут навсрыд, они снова ищут меня, они снова ищут меня. Любовь — это каменный век, нас всех ожидает конец. Любовь — это каменный век, Марии меч кладенец. Мы проснемся в похмельных трюмах, никто не узнает всех лиц. Мы поймем, что в этих местах правит всем королевский полис. Правит всем королевский полис. Когда я плыву за медом, я чувствую запах пчел. Когда за медом плыву, точно знаю, где находится он. В кольчуге меда сырает ветвь, я шлю врагов и боюсь обреть. Но береги мозги, не приноси напрасных жертв. Не приноси напрасных жертв. Он опять где-то рядом, он опять вещает любовь, он опять где-то рядом с нами, он всем вещает спасет. Надейся на его корабли, они еще никого не спасли. Пошли их обратно в порт и никогда не кричи. Благи матом, дескать, катастрофа. Благи матом, дескать, катастрофа. Ой, я слышу звон мечей во сне. Я слышу звон мечей во сне. Я слышу звон мечей во сне. Слышно, нет? Нормально? Я слышу звон мечей во сне. Друзья,
Следующая вещь из антипедагогического цикла. Посвящается всем учителям литературы, преподавателям вузовской литературы, а также их ученикам. Она довольно длинная, сосредоточьтесь. Поэтому, если вдруг не будет слышны слова, вы дайте знать. Иначе смысла никакого нет. Итак, учитель и ученик. Ну, это можно посвятить даже Даниилу Хармсу, поскольку у него есть небольшое стихотворение, драма, в которой учитель доводит ученицу до смерти. Ну, вот смотрите, что здесь получится. У нас текст получился несколько подлиннее. Это будет такой речитатив, будем читать. Я попробую его разыграть по радио. Ученик пришел к учителю и спросил с недоумением: «Учитель, отчего вы грустны? Мне вас очень-очень жалко». «Ученик, я не грустный. Я пытаюсь одолеть свою немощь перед тобой и всеми мне близкими, перед тобой и мне совсем не близкими». «Учитель, вы же говорили, смысл сияет во всем. Учитель, вы же учили, катарсис должен быть в натуре». «Про это и греки рассуждали, помню, вы на них ссылались. Помню, как вы восхищались их стойкостью перед невзгодами». «Да, восхищаюсь и сейчас, но древние ведь не знали о том, что происходит зимой. Древние не ведали о нашей беде. Они не знали, что мы, они не знали, что мы, они не знали, что мы сейчас окончательно замерзнем». «Учитель, ну как же быть? С вненоходимостью как таковой». Ссылка на Буркина. «Помню, вы говорили, она и определяет катарсис». «Помню, это граница, отделяющая нас от сочувствия, сжигающая страдания начисто и дарующая перерождение». «Это неизменно, но греки не знали, что в мире будет твориться. Греки не ведали, как от него теперь отгородиться». «Отгородиться». «Нет в ненаходимости. Катарсис совсем на исходе. Патроны почти закончились. Катастрофа неминуема». «Но катастрофа без катарсиса лишается всякого смысла». «Ну, мы типа лекцию читаем». «Стало быть, и наше существование подбирается к своему финалу». «Учитель, а папа говорит, что экономика спасет мир». «Учитель, а папа поведал, что бизнес всему голову». «Скажи своему папе, он ошибается. Скажи ему, что экономика окончательно замерзает. Впрочем, как и его бизнес». «Впрочем, как и его бизнес». «Зрящий корень конца зрит, и корень конца этого». «Зрящий корень конца зрит, и корень конца этого». Слово маме передается. «Учитель, а мама говорит о традиционных семейных ценностях, о скрепах». «Мама считает, нужно обзаводиться с семьей». «Скажи своей маме, она не в себе. Пусть вспомнит, как твой папа устало приходит с работы, как в стену подолгу смотрит, когда медленно пьет виски и плачет почти незаметно, когда не слышит твоих вопросов, да и своих задавать не хочет. Всему приходит конец. Вот я и грустный. Всему приходит конец. Вот я и растерян». «Учитель, но как же смыслы? Вы о них всегда вещали. Говорили, читать нужно. Тургенева, Достоевского, Толстого и Чехова, Бабеля и Шаламова.
Булгакова и Платонова, иногда и Сорокина. Говорила, говорила, но напрасно, ничего читать не нужно, если нет вне находимости. Дважды фразы можете повторить несколько раз. Лучше не читать вообще. Лучше не читать вообще. Дальше идет объяснение, почему не надо читать. Иначе решишь, что ты Анна Каренина. Иначе решишь, что ты мастер или Иешуа. Иначе решишь, что ты Оля Мещерская. Иначе решишь, что ты Павка Корчагин. А решив, что ты не ты, начнешь перестраивать мир. А решив, что ты Базаров, будешь отрицать все. Не читай книги, добро они не научат. Не читай книги, смысла они не дадут. Обломова полюбишь, станешь добрым дегенератом. Полюбишь Штольца Лукавого, станешь бизнесменом. А полюбишь мастера, историком опишешь и прикинешься. Зачем тебе это нужно учить? Нет, нет, учитель, как же так? Нет, нет, учитель, вы же меня обманули. Нет, нет, учитель, что вы говорите? Я лучше исчезну. Я лучше исчезну. Вот учитель, я превратился в пятно. Вот учитель превратился в точку. Точку в тетради в ней записывал ваши слова о самом сущем. Я превращаюсь в букашечку. Я превращаюсь в листочек. Я превращаюсь в песчинку. Я превращаюсь в облачко. Отлично. Ты меня понял. Ползи по травинке зеленой, выползай из бочки клейкой. Плыви в небесах неопознанных, растворяйся в море океане. Только подальше от этих мест, только подальше от этих гибнущих мест, тотально гибнущих мест. Учитель, а здесь хорошо, и катарсис уже не нужен. Учитель, а здесь хорошо, и катарсис уже не нужен. Ученик пришел к учителю. А потом... Учитель пришел к учителю. Всем добра. Такая заключительная вещь в нашем кусочке, так сказать, нашего большого выступления. Мы обычно, ну, необычно, но частенько с нее начинаем. А сейчас это у нас будет такая, как бы сказать, такой переход, такая прокладка между вот тем, что было до этого, и стало быть последующей частью, в которой, я надеюсь, большую часть времени будете высказываться вы речитативно. И мы за ним вспомним те события, в которых ребята, вот мои музыканты, тоже принимали активное участие, и без них, я думаю, получилось бы все совсем не так хорошо. А именно, я напомню, был у нас такой, значит, замечательный круглый стол, посвященный страшному, ужасному в литературе. И вот завершение у нас происходило в этом прекрасном
пространстве Кентавра. Ну а до этого было тоже у нас интересное событие, связанное с презентациями наших книг, с нашего семинара. И там тоже было наше выступление, в частности, вот эта вещица там прозвучала. Стивен Кинг. Когда возникло естество крови, шутки пиздели во все стреляли, теперь осталось пожинать плоды и пробуждаться естественному печали. Я разочарованный папа, я разочарованный брат, я разочарованный папа, я разочарованный брат. Мгновения живут в пыли, на секунды уходят скорбеть. Дни и ночи, уснувших покой, вечера депрессивных снова. А тот, кто еще дает знать, знать дает на полях кукурузных, время ему подстать. Встать! 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 Говорит командир всех игрушек. Я разочарован, папа, я разочарован, брат. Где Буратино, где Барабас? Игрушки всех посылают. Игрушки не знают покоя, декларируют неведомо что. Вот матрос и болванчик китайский, а вот и не валяшка, и гром пуста. Вот кубики и лото с цветами, а вот косолапы барсук. Вот косорылая панда! А вот косорылая панда! И я разочарован, папа! И я разочарован, брат! Я разочарован, папа! Я разочарован, брат! Леса без поста, вот Мишутка без глаз, вот окно в небеса, а вот крен по полях. Встать, прекратить, встали, говорит командир всех игрушек. Звезда полей разорвет темноту, но скроет ее пославшего. Рука полей подоткнет одеяло под сон рядом стоящего. А где-то заводят песню, знать радуются опять. Поют, позабыв совсем про поля, позабыв про то, что не вечны. Где-то заводят песню, встать. Я знаю, что делать, папа, я знаю, что делать, брат. Не подведу вас, дети, все в кукурузные поля. Не подведу вас, дети, все в кукурузные поля. Не подведу вас, дети, все в кукурузные поля. Не
родительского зачарования. Так что мы немножко еще про это тоже рассказали. Спасибо. Ну и такой у нас переход будет еще один к следующей части нашего выступления. Я вот хотел бы предоставить слово высказывание Ане. Добрый вечер. Ну, потихонечку продолжаем. Замолкать смысла нет никакого. Сейчас мы будем экспериментировать, листать одну хорошую книжку. Может. Thank you.
Занятия по фольклору. Ну и мы переключим регистр фольклорный и сейчас вспомним несколько текстов, часть из которых были прочитаны на круглом, ну не на круглом столе, а то, что происходило после круглого стола, на нашем вот перформансе, посвященном страшному и ужасному литературе. Это, как хорошо вам известно, жанр страшилок. Ну, может быть, для разгона. Давайте я одну прочту, остальные вы будете читать. Да, кстати говоря, мы постарались сделать подборку, где в основном такие, отчасти визуальные какие-то страшилки. Но лекцию о страшилке я читать не буду. Кто не знает, посмотрим справочник. Черное зеркальце. Одна девочка гуляла на улице с любимой куклой. Тут к ней подошла старушка в черном платье. Лицо старушки было укрыто черным платком. Старушка посмотрела на девочку и сказала: «Девочка, дай мне свою куклу, а я тебе дам за нее черное зеркальце». Старушка вытащила красивое черное зеркальце. Девочке так понравилось зеркальце, что она сразу же отдала куклу старушке. Куклу старушке отдала. Старушка взяла куклу и протянула девочке черное зеркальце. Но тут кукла девочки вдруг ожила и сдернула со старушки черный платок. И девочка увидела, что под платком у старушки нет лица. Нет лица. «Беги, девочка!» — крикнула кукла. Девочка повернулась и побежала, но старушка направила на нее черное зеркальце, и девочка стала в него затягивать. Тогда кукла ударила старушку по руке. Зеркальце выпало из рук старушки, упало на землю и разбилось. Как только черное зеркальце разбилось, старушка в черном закричала и вспыхнула, как спичка. А с ней загорелась и кукла девочки. Но кукла еще успела сказать девочке: «Закопай разбитое зеркальце, но ни за что не смотри в него». Девочка так и сделала. Но когда закапывала разбитое черное зеркальце, она мельком взглянула в маленький осколок. И от того, что там увидела девочка, ее волосы стали седыми, как у стариков. У нее не было лица. Такая история. Кто следующий? Да. Которая у вас там есть, да? Да, конечно. Ой, супер, можно? Да, вы, конечно. Маша, а вы не были разве на той встрече? Нет? Нет. А, ну? Давайте. Извините. Ага. Как удобнее, можете сесть. Так, а куда сесть?
Не, а он наоборот. Да. Нормально? Да. Сейчас. Я, конечно, могу почитать свою страшную историю, но мне надо будет бегать с телефоном. Да не, сейчас бегать не будем. Вот такой. Совсем визуально. Перевести его через дорогу и довести до автобусной остановки. Мальчик, сказал слепой, когда мальчик помог ему. Хочешь узнать, почему я слеп? Не дожидаясь ответа, начал рассказывать. Моя бабушка. Она могла предсказывать, что случится, просто посмотрев на рассыпанный песок или на плывущий по небу облака. Когда я был маленьким, то тоже хотел научиться видеть будущее. Но бабушка не хотела меня учить, каждый раз повторяя, что я. Или на линии деревянного потолка в моей комнате, а ночью включал фонарик и рассматривал тень от складок на одеяле. И что? Спросил мальчик, заинтересовавшись рассказом. Вы научились видеть? Слушай дальше, продолжил слепой. Однажды ночью от тени фонарика на моей кровати вдруг сложилось жуткое чудище. У него была маленькая голова, небольшой рот с длинными желтыми зубами. Оно тянуло ко мне свои руки и вела. Но я быстро выключил фонарик, я очень испугался. Еще страшнее мне стало, когда на следующий день я посмотрел на облака и увидел этого монстра там. С тех пор, куда бы я везде я видела его. И каждый раз оно подбиралось все ближе. Поэтому вы ослепли? Спросил мальчик. Нет, ответил его. Ослеп я от того, что бабушка намазала мне глаза какой-то мазью. А будущее вы научились видеть? Спросил мальчик. Слепой кивнул. Ровно через 3 минуты приедет мой автобус, сказал он. И оттуда выйдет женщина в сумке. И на автобус приехал ровно через 3 минуты. Из него вышла только одна женщина, держа в руке полные сумки. Мальчик стоял открытый рот, слепой поднялся, зашел в автобус и крикнул через открытую дверь. Ты тоже можешь научиться видеть! Его слепые глаза смотрели прямо на мальчика, будто видели его. Он смеялся, открыв свой большой рот с желтыми зубами. Двери закрылись, и автобус уехал. Но мальчик
Ничего уже не видел. Ничего уже не видел, он внимательно рассматривал трещину. Спасибо. Так, есть еще желающие? Есть. Да, пожалуйста, Жень. Но сейчас уже про мальчика будет история. Ну, про мальчика было, и сейчас еще будет про мальчика. Про другого мальчика. Про другого мальчика. Да, был не мальчик. Железной банке. Но тут вдруг услышал: «Не открывай!» Мальчик обернулся, никого не было. «Не открывай!» Снова послышался голос. Тут мальчик увидел на ветке дерева большую птицу. Птица опять подлетела. «Не открывай!» Мальчик достал открывать жабочку железной банки. Через какое-то время попробовал открыть банку. Банка не открывалась. Конечно, мы от страшной истории перейдем ну, к такому как бы завершению. Как бы. Это то, о чем я уже сказал. То есть на первой встрече в Кентавре было исполнено несколько небольших фрагментов из знаменитого словаря, толкового словаря Владимира Ивановича Даля. Ну и в частности мы сейчас попробуем исполнить небольшой фрагмент. Статья-то большая, но я такую легкую компиляцию сделал. Статья, которая к нам имеет, к нашему контексту, непосредственное отношение. Видите? Видите? Закрепим уже известное. Видеть. Познавать чувством зрения. Глядеть, распознавая, используя разгляд, зреть, усматривать, зреть, усматривать, и гляжу, да не вижу. И гляжу, да не вижу, да не вижу, а гляжу. Долго смотрел на силу, увидал. Долго смотрел на силу, увидал. Можно помогать, правда, спасибо. Далече ли отсюда не видать? Далече ли отсюда не видать?
где там убывать, свинье на небе видать. Где там убывать, свинье на небе видать. Кого свет увидел, того и обидел. Кого свет увидел, того и обидел. Слыхом не слыхал, а ведь течение видал, а слыхом не слыхал. Что было, то видели, что было, то видели, что будет, то увидим, коли доживем, коли доживем. Актуально, правда? Что будет, то увидим, коли доживем. Не видал, не слыхал, и об эту пору на свете не бывал, и об эту пору на свете не бывал. Не видал, не слыхал, не видал, не слыхал, и об эту пору на свете не бывал. Толковый дали. С большой буквы. Ну что, еще раз всем большое-большое спасибо. И вам! Да. Приходите на выступление, приходите обязательно на наш спецсеминар, на занятие спецсеминара. Так что спасибо всем. До встречи, спасибо.